В 2015 году Жанна Фриске ушла из жизни. Ее сыну Платону на тот момент было всего лишь 2 года. Сын поп-звезды растет любознательным, талантливым ребенком. В этом году Платону исполнилось 10 лет. Родные Жанны не смогли поздравить его лично с днем рождения из-за запрета Шепелем. Дмитрий не разрешает сыну общаться с родственниками по материнской линии. Сестра Жанны, Наталья Фриске, публично обратилась к нему и попросила позвонить ей. Наталья хочет, чтобы племянник знал, что его любят и ждут. Близкая подруга Жанны и крестная мать Платона, Ольга Орлова, пытается помирить стороны, но Шепелев не хочет к ней прислушиваться. Тем временем Платон растет и с каждым годом становится все больше и больше похож на свою маму. Он увлекается баскетболом и играет на электрогитаре. У Платона есть своя страница в соцсети, где публикуются видео его мини-выступлений.